Привет любителям игры Asphalt 9, и сегодня я буду продолжать катать первую сетку. Осталось всего лишь 3 дня до конца сезона. Моя цель — это удержаться в топ-1000, и чтобы это сделать, надо, естественно, катать и поддерживать свою позицию в топе. На данный момент у меня 788 позиция, и надо немножко подтягиваться. Я играю немножко с запасом. Не хочу так на грани, так сказать, вылета из топ-1000 находиться. Поэтому сейчас будем катать. Здорово, Андрей. Здорово, Данила. И погнали брать сначала машины S-класса. Без лишних промедлений, погнали. Нет, не изменил и менять не планирую. Привет, Вован. Привет, Александр. Сразу решили мне трешака подкинуть на самое начало стрима, дали сразу же осоку, блин. Я бы с удовольствием бы стримил на минимальной задержке, но я уже неоднократно убеждался, что мой интернет не тянет стриминг в реальном времени. Поэтому вот так. Эту бочку я не планировал, но так уж и быть. Ну, конечно, у корвета тут будет дикое преимущество на финишной, вот на финишном отрезке. Только если я тут разгонюсь как следует, у меня получится его обогнать. Давай, 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 блядь! Ну, совсем. Очень рядом финишировали, буквально, давайте посмотрим на отрыв, буквально один фрейм получается, да? Здорово, Кроссволк, здорово, Акакий. Ну, ходят слухи, что добавят какую-то тачку от Bentley. Наверное, она появится в следующей обнове. Ну, как слухи. На официальной странице Асфальта в Фейсбуке был такой пост, где лофты спрашивали, типа, хотите вы эту тачку в игру Bentley? Ну, это значит только одно, эта тачка по-любому будет. Они не спрашивают наше мнение, они просто показывают, что эта тачка в игре когда-нибудь будет. И, возможно, что уже в следующей обнове. Ну да, кроме этого, больше пока ничего не известно. Я помню, как-то в 8-й асфальт добавили такую деревянную тачку от Bentley. Это вообще такой трэш был. Что-то там Bentley Continental GT3, что-то такое. Кто помнит это корыто из 8-го асфальта, ставьте плюс в чат. Ну, я думаю, вполне вероятно, что в этой игре Bentley тоже будет такой бревнистой машиной. Что это было? Что за спотыкание, я не понял. Сенса 95%. Ха-ха.
Вот и я помню, насколько это было бревно, просто капец. Пылесосная машинка, как некоторые говорят. Здорово. Ну, я думаю, обнова в ближайшую неделю должна появиться. Ивенты наши закончились. Пока в игре какое-то затишье. По сути, у меня одна сейчас мотивация катать игру. Это вот первая сеть. Надо держаться в топ-1000. Я уже себе такую цель поставил. Здорово, Сергей. И этой цели надо следовать. Привет, Дима. Хай, диджей. Ну что, народ, рассказывайте, как у кого дела в первой сетке, кто на какой позиции. Может, кто-то там дико задротит, вообще там в топ-100 кто-то находится. Я вот планирую только в топ-1000 остаться и все. А на следующий сезон, наверное, немножко, так сказать, обороты убавлю и в топ-3000 буду заходить только. Новый Кёнигсек, это который Гимера, по-моему, называется, или Джимера, да, вот этот. Но было бы прикольно его в игре увидеть, конечно. Ого, это сколько у тебя уже? За 30 тысяч очков по-любому. Наверное, 1035. Здорово, Сергей. Народ, сегодня, если будет вдруг ранний обрыв стрима, то никуда не разбегайтесь, я через там буквально пару минут перезапущу стрим и будем продолжать катать. Ну, я хочу, чтобы на Джеска уже начали давать хоть какие-то чертежи. Ну, сколько можно? Уже больше полгода прошло с тех пор, как закончился ивент на Джеска. И с тех пор вообще ни одного чертежа больше лофты нам не дали.
А с учетом того, что на эту тачку надо просто дохуляр чертежей, то уже пора бы что-то вот там придумать с этой машиной. Здорово, Дмитрий. Вот как же все-таки приятно, когда Джеска уже разогнал, и она держит скорость обалденно. Просто кайфуешь, когда едешь на этой тачке. Ну, я пока гадать не хочу, когда будет, тогда и будет. Здорово, 12 сантиметров. Ну да, кому-то нужен в первую очередь, конечно, ключ, я не спорю, но мне нужны чертежи именно. Ого, 371. Короче, я еще тут так себе фармлю. Тут у народа гораздо больше рейта. Нет, у меня сеть пока что не выдает никаких ошибок. Maybe, maybe. I hope no. Есть какой-то попрыгунчик, а не машина. Все-таки с трудом я эту тачку в этой гонке разогнал, но все-таки все норм. Переходим на Широн. Здорово. Не, ну что-то это должно быть. Ну как так-то? Висит машинка, а ее вообще... могут использовать только определенный процент игроков. Это абсолютная несправедливость. Ну, Сенна — это не предел мечтаний для меня. У этой машины вообще нету максималки, конечно. Мне такие тачки не очень нравятся. Привет, Назар. Ну, 19К тоже нормально. Это, я думаю, для топ-3000 достаточно будет. Охоту я выкатываю только гарантированные чертежи ради красных монет и все. Больше не катаю. Сейчас я начал копить красные монетки. Я хочу прокачать в золото Ригеру сейчас.
Как я ненавижу вот это долбанное место. Сколько гонок я уже просрал из-за этого. А, ты же на винде, понятно. А, ну на андроиде, конечно, этого не хватит, чтоб топ-1000 взять. Хай, Джесси. Вот эта трасса, которая реально может подвести. Тут надо внимательно там на каскаде ехать. В середине трассы. Особенно, когда катаешь на таких скоростных тачках, типа Широна. Вроде нормально пролетел. Не, у меня больше. У меня штук 9 уже есть. По-моему, 9 штук есть. И еще 7 надо. Ну вот после Широна будет Ригера. Я покажу, сколько у меня там эпиков на нее. Да, сейчас это максимальная графика. Раньше я катал, ну, стримил именно на минимальной из всех возможных график. А сейчас я стримлю на максимальной из всех возможных график. То есть, да, небо и земля получается. Да, злой Жека сейчас отвечает на комментарии по своему видео. Надеюсь, он присоединится ко мне на стрим. Ну, Широн золотой, это, конечно, сила. Чё тут говорить-то? В чем сила, брат? В золотом Широне. Итак, переходим на Ригеру, и давайте я покажу, что у меня по эпикам. Ой, так, по эпикам. Так, на максималку я стандартные эпики не ставлю. Ускорение прокачано уже в макс, то есть 4 эпика есть. Здесь 3. И здесь 2, 7, 9 эпиков, 9. Здорово, Жека, здорово. Играю на андроиде. Давайте перегеру. Так что мне 7 эпиков нужно до золотой регеры. И я буду сейчас копить красные монетки именно на эти эпики. Ну, я думаю, это дело где-то 1,5-2 месяца займет. Это, конечно, не быстро будет. Привет, раннер.
Привет, Хайден, или как там правильно. Народ, еще раз говорю, если вдруг произойдет обрыв стрима, то никуда не разбегайтесь. Через пару-тройку минут я перезапущу и будем продолжать катать. Привет, Эльдар. Прекрасно, прекрасная физика. Если бы я сейчас катал во второй сетке, я вот так вот бы физика подвела, я сейчас конкретно бы тут бомбанул. Но так как это первая сетка, то уже не страшно. Ай, Пабло. Привет, Яков. О, отлично. Я приду обязательно. 5 на регу. Тоже качаешь эту тачку, да? Да, после регеры. Ну, если, конечно, никаких других чертежей не запустят в магазине, то буду качать терза. Здорово, Владимир. Ну, понятное дело, на одной звезде мне лично только одна машина понравилась, это Pagani. Здорово, Сережа. Вот когда ты откроешь Трион на одну звезду, вот тогда ты узнаешь, что такое настоящая боль. Потому что однозвездочный Трион — это еще тот трэш. Ну, кстати, Ригера в Осаке — это тоже трэш. Так что сейчас что-то будет, я чувствую. Помню, как смотрел вчерашнее видео Жеки, когда ему постоянно давали Осаку в сетке, блин. Это, конечно, был капец. Так, что-то я не вижу, куда ехать. Ну, как же тут туго крутят тачки бочки, это просто капец. Я думаю, ошибка 6 это из-за интернета, скорее всего. Или из-за серверов у GameLoft. Да, наверное, даже так. Вряд ли перезагрузка поможет. На все звезды единицы имеют эту машину. Я думаю, кто-то имеет, но очень мало. Единицы просто, в прямом смысле слова. Какой-то сыр-бор вообще. Надо уже как-то прорываться вперед. Разгонять эту бестию. Вот так вот мимо всех проехали и погнали к победе. Вот за что я люблю такие тачки, у которых максималка есть. Ты просто пролетаешь со скоростью звука мимо своих соперников и все. И остается только доехать до финиша. Ну, конечно, не для всех трасс это актуально.
Не знаю, я уже более-менее привык, но, конечно, когда попадается типа Джеска или Ригера в Осаке, это еще тот. Капец. Не-не-не, это, наверное, у геймофтовских серваков что-то не то. У меня такие ошибки не выскакивают. Что, давайте Пенинфорину возьмем. Перейдем на более такие тачки, у которых максималка поменьше. Терза, по-моему, тоже у меня 9 эпиков стоит. И 7 еще надо. Ну, это нормально. Батиста с Бугатти. Смотря, конечно, насколько прокачана Батиста и насколько прокачана Бугатти. Так не скажешь. Ну, просто чувак профессионально меня вытолкал с трассы. Привет, Валентин. Не, ну корвета-то я должен был обгонять. Не обогнать корвета, это ж просто испанский стыд. Ну, у меня где-то 250к, наверное. Давай я сейчас даже посмотрю, если кому интересно. Ну, мой клуб уже довольно давно забрал все награды. Вот 276 тысяч на данный момент. Кстати, народ, кому интересные подборки упоротых моментов из игры, вы можете перейти на канал Алекса УПИ. Он там мутит всякие подборочки. Можете посмотреть, зайти на его канал. Кстати, привет тебе. Лови подарочек, ты имеешь в виду, что донат ты кинул или что? Если кинул донат, то говори, я сейчас зайду и сразу посмотрим программу. Привет, спасибо. Ну да, эта схема актуальна для многих таких машин. Для Триона, для Ригеры, для Широна, для Джеска. Дайте, пожалуйста, бан вот этому чуваку, который спамит в чат. Андрей, ты здесь? Или Жека тоже может дать бан, если ты здесь. Что, окей, сейчас тебе бан прилетит, если ты не успокоишься. Хай, Браун.
Окей, спасибо, Андрей. Да нет, есть люди, которые миллион набирают репутации. Даже и такое есть. На каких тачках? Ну, смотря на чем ты катаешься. Если на тач-драйве, то, конечно, на корвете. Тут других вариантов нет. Уведомления нет, не показывается. Это все вопросы к создателям приложения. Ну, давай, зайду. Так, посмотрим. Удачного стрима. Спасибо, Алекс. Спасибо за донат. Продолжаем катать. На сколько процентов поставить аксель? Я бы советовал выше 70%. Начинай от 70% и потихонечку поднимай и найди ту цифру, которая тебе больше всего подходит. Я именно так и делал. Я начинал с 70% и потихоньку повышал, и сейчас у меня уже 95%, но я думаю, выше я уже делать не буду. На этом я и остановлюсь. Без тача, тогда Apollo хорошая тачка, мне нравится. Huracan. Я ж не знаю, какой у тебя гараж. Все тачки, которые там в конце B-класса, все их можно брать. Yes. I have a donation link. Есть ссылка на донат в описании. Если кто-то хочет поддержать мой канал, то пишите в чат. Если вы закинете донат, я обязательно вот зайду в программу и все это покажу. High Criterion. Yes, thanks, Brown. Maybe I will change even design of my channel with that screenshot. It's really nice. Ну, F12, она не для всех, она слишком деревянная. Вот на тапах как раз мои сакуаны бы тебе советовали сейчас ставить как можно меньше. Вот Сакуан Браун Шугар, он катает вообще на нулевой чувствительности. На тапах. На тапах у него 0%. Он говорит, что так тачки проседают по скорости очень мало. Чувак тут просто красиво разбился. Открыл мне путь к победе. Уже практически в топ 700 зашел, так что давайте продолжаем. Берем теперь, ну, пойдем по очереди от справа налево, как говорится, и берем Zenva. Yes, I said you are using 0% for sensitivity, for tap handling, for tap control. Я представляю, что начнется, если реально понерфят и Huracan, и Corvette. Реально будет, наверное, бойкот похлеще того, который был раньше. Конечно, большинство игроков играет на таче, это понятно. И у них реально подгорит, если и Corvette, и Huracan понерфят. Как выучить английский язык? Учись в школе, учись в университете. Ходи на курсы, учи сам. Labrace, окей, which car? Bro, let's go with Ferrari FXXK, you know? I want to show a new color mine.
Здорово, Николай. Как жизнь? Бьет ключом. Так, мне Соклан предлагает пойти в клубную гонку. Давайте сейчас я зайду в клубную и покатаем на FXXK. Да ничего, потихоньку. Так, какую трассу выбираем? Давайте выберем, наверное, Шотландию. Ну, античные руины подойдет. Берем FXXK. I really love this color. This color is so sexy. А, ты уже создал? Капец. А я хотел свою создать. Старый телефон могу подарить. Рублей так за 5. А новый не. Новый мне самому нравится. Хай, Ахмед. А что там не так с динамиком? Искупал телефон, что ли? Bro, I need to use all tricks from the book to win this race, really. I should use everything. Не-не-не. Не сегодня, брат. Сегодня я выиграю. Сука, за что? Сегодня я проиграю. Окей, пусть будет так. Лучше молчать. Я не знаю, когда обнова будет. Новый рекорд, народ, спасибо всем. 71 зритель. 71 viewers. New record. Не, я тут, конечно, согласен. Конечно, не надо уже трогать тачки. Как они созданы, пусть они так и будут. Я полностью согласен. Я думаю, что оба ни о чем для 9-го асфальта. Я играю на Redmi Note 8 Pro. Какую программу под музыку? Total Commander, что ли? Это просто файловый менеджер. Ну что, ты создаешь еще одну гонку или нет? Viewers, 78 зрителей. Создал все-таки. Ну ладно, пошли. Еще катнем клубную. Да, 78 зрителей. Просто всем спасибо от души. И это еще просто цара нет на стриме. Привет, химик. Вот только хотел у тебя спросить, Джека, как там у тебя идет-то обучение на акселе, но вижу, что пока не очень. Ну, конечно, нужна практика.
Не-не-не, это я музыку скачиваю с Ютуба и через Total Commander ее воспроизвожу. Опять меня все обогнали. На этой тачке вообще лучше не дрифтить. Мне надоело, а я возвращаюсь в обычную сеть. Очень классно, просто профессионально сейчас врезался. Total Commander — это бесплатное приложение. О каких деньгах ты продолжаешь говорить, я не понимаю. Привет, Петя. Везде лучше без тачи. Я тач использую только для фарм кубков, больше нигде. Потому что фарм кубки мне лень катать самому. Да, бей себя, чтобы другие боялись, да? По такому принципу я катаю клубные гонки. Нет, я в игру не донатил. Тут слишком жесткий донат, чтобы о нем вообще думать. Очень редко, когда появляется хорошее предложение, там по одному или по два доллара. А так в основном донат тут просто жесточайший. А как же посмотреть мой стрим? Потом поиграешь. Вот стрим закончится и поиграю. Ой, спасибо, что ты разбился. Я хотя бы топ-3 займу. У меня стоит 95% на акселе. Вот даже могу показать. А то вы спрашиваете и спрашиваете. Наверное, не верите мне. Окей, я сейчас покажу. Вот, чувствительность 95% у меня стоит. Привет, Бахадир. Правильно я сказал? Спасибо. Yes, you took a revenge. Не знаю, для меня iPhone перестал быть топом, наверное, 10 лет назад. Вот я помню последний iPhone, который мне так реально зашел, это был iPhone 4. После этого Android уже подтянулись. Bro, I know in Vietnam language only some bad words. Здорово, Гульджигит. Сейчас я ему напишу после этой гонки, чтобы он понял, на чем стриме он тут находится, вьетнамец.
Да, уже 79. Это, кстати, новый рекорд. Рекорд обновляется с каждым разом. Давайте до 80 зрителей дотянем или нет? Нет, что-то 72. Я с 2016 года нахожусь во вьетнамском клане, поэтому я знаю некоторые слова. В первую очередь нецензурные. И сейчас я напишу их в чат для этого чувака, который тут пишет. Так, стоп. Вот, это вьетнамские матюки. Продолжаем катать. Сколько у меня репы? 276 тысяч я недавно показывал. Да, до Макларен Сенны еще дойдем. Будем выкатывать S-класс сегодня. Yes, Total F, Total F on Caribbean. На клавиатуре я уже очень давно в гонке вообще в принципе не играл. Мне тут Браун предлагает пойти во вторую сеть на финире катнуть, но я не знаю, насколько это хорошая идея. Хотя, в принципе, что там терять? Там жетонов в наградах нет, просто кредиты, да и все. Давайте пойдем во вторую сеть сейчас будем, посмотрим, что там творится. Так, давайте во вторую сеть. Вот я в топ-25 был вчера вечером. Сейчас меня уже скинули на 47 место. Ну, давайте две гонки сделаю. Не, ну вот этого я уже не понимаю, что он говорит. Я только некоторые матюки знаю на его языке и все. Ну, я как с самого начала сезона поставил себе цель зайти в топ-1000, так я к этой цели иду. Целечка. О, у меня тут Саклан попался. У него сколько это звезд получается? 3 звезды, да? Ну, в Осаке у него, конечно, есть шансы. Блин, ты просто Ванга. Ты потомок Ванги, походу. Сакланы меня сегодня просто не щадят. Нокают все, кому не лень, блин. Amazing teamwork, amazing. О, видали, как я могу? 3 бочки. Сейчас я ему еще кое-что напишу. У меня в лексиконе есть и другие слова на вьетнамском языке.
И сразу же скинули на 63 место. И на немецком я только знаю одно, это шайза. Больше ничего. Только одно плохое слово. Честно сказать, вообще по барабану. В топ-100 я закончу этот сезон или в топ-300. И Speed Trick. Ну что, я получу там на 500 тысяч кредитов больше. У меня этих кредитов и так хоть жопой жуй, 60 лямов уже. Да что такое-то, а? Я так не играю. Вот почему я не хотел идти в эту сеть. Браун, это ты виноват. Зачем ты меня заставил идти в эту долбанную сеть? Я так и знал, что этим все закончится. Why did you say me to go to this multiplayer? I knew this should be. Ладно, давайте возвращаемся в первую сеть. Да вообще не проблема. Я тут, наверное, в этой сетке даже в элитную лигу не зайду в этом сезоне. Потому что сезон настолько днище, просто капец. Какое же это днище? Это самый убогий сезон второй сетки, который я только видел. Привет, тракторист. Нифига себе, какой у него ремак. Это насколько звезд даже интересно. 4400 ранг. О, он меня раком называет. What the fuck, man? Are you fucking kidding me? Чё за трэш, блин? Это когда-нибудь закончится или нет? Хватит меня нокать! Сколько можно это терпеть? Total пиздец. Чувак, успокойся уже, да, бан хочешь? Скоро, наверное, бан получишь. Кстати, на вьетнамском языке бан – это друг, если кто не в курсе. Я сам офигел, когда это узнал. А то вьетнамцы иногда пишут в чате виески что-то бан. Я думаю, что за баны? Оказывается, бан – это друг по-вьетнамски. I'm using S-class cars.
Вот я играл ровно час в сетке, ровно час, и пошел посмотрел на температуру батареи. Я помню, тест такой проводил. Температура батареи была 37,7 градуса. То есть нагрев не очень сильный, его практически нет. Fucking rammer. Это какой-то пиздец, целую гонку с ВЛФ-кой бороться. Ну, чувак, короче, на своей волне. Пишет и пишет. Никак не может понять, что это я только матюки на его языке знаю, и все. Десять, ты о чем? 10. Я хотел найти твой пост о чем это, но так и не нашел. 83 зрителя, новый рекорд. Обновляется рекорд. 83 viewers. Она может быть соперником Бугатти, если она золотая, а Бугатти на одну звезду. Только так. В турнире я, наверное, не буду участвовать, потому что я не понял, что там за призы. Какие-то странные призы. Если бы как в конкурсе Epic Fail 1000 рублей, это я понимаю. А там что за призы, я так и не понял. Вот, кто-то хотел увидеть McLaren Senna, вот теперь очередь McLaren Senna. 1,5 года играю. Да, я твой бан навеки, блин. Восемьдесят пять зрителей. Рекорд снова обновляется. Ой-ой-ой, высоковато. У меня любимая тачка — это Bugatti Chiron. Восемьдесят семь зрителей. Если сейчас до сотки дотянем, я вообще тут с дивана упаду нафиг.
Mercedes Project One офигенно красивая тачка. Я с тобой полностью согласен. Меня попросили проехать вот этот кубок, но я не знаю, насколько это актуально, потому что у меня реально очень плохо получается вот этот трюк в середине трассы, где надо резко направо заворачивать там на трамп. Ну, давайте одну гонку сделаю чисто. Если зритель просит, то я одну гонку проеду, конечно. Отмечу, когда будет 100 зрителей. Вот это будет реально четко. Привет, Black Mailer. Yes, I speak English. I speak simple English. Ну, здесь надо как-то более резко вправо давать. Но у меня очень редко вот эта фигня получается. Поэтому я даже туда ехать не буду. Шансов там очень мало нормально залететь. Один ноль три и две десятых у меня получилось время. А рекорд мой 1.02,5. А почему у меня лучшее время 1.02,5? Потому что я залетел на этот трамплин в середине трассы правильно. Это реально очень решает. Так, возвращаемся в сетевую игру. На чем мы там остановились? На McLaren Senna, по-моему, да? Привет, Димон. Спасибо, спасибо. Да, я играю на андроиде. Элитные кубки появляются каждую неделю. В четверг, по-моему, они появляются. Да не, со стартом-то как раз все нормально, а вот с тем трюком реально надо его очень хорошо тренировать. Я один дома сейчас. Никто не услышит. Только, может, соседи услышат. Кредитов нема. Вот поэтому ты должен катать, должен был бы катать сетку Финира. Там дают очень много кредитов. Жетонов нет. Зато есть кредиты. Ну вот чувак по более правильному пути поехал налево, но я, если честно, того пути вообще не знаю. Никогда его не тренировал, этот путь, поэтому я поеду стандартно. Какой-то реально проигрок попался. Блин, китайские проигроки это вообще редкость, когда видишь иероглиф и сразу думаешь, что это какой-то бот. У него 47 тысяч рейтинга, охренеть не встать просто. О, просто цар, пришел на стрим, а это значит, какая же машина будет следующей? Давайте попробуем угадать. Конечно, следующей машиной будет Porsche Targa. Даже для новичков эти паки отстойны. Я уже молчу про тех, например, про игроков моего уровня, которые уже 1,5 года играют. Несмотря на какие паки. По-моему, там достойных паков сейчас нет.
Ебачились. Да, есть такие слухи, что порежут корветы Хурик. И тачдрайверы будут реально... У тачдрайверов реально подгорит из-за этого. Я уже чувствую их боль. Почему вы мне дали прямой каир, когда я еду на сцене, а? Сука. Даже если стрим оборвется, я его все равно перезапущу и буду катать на тарге. Это уже решено. Да-да-да, будет тарга следующая машина, я же не шучу. Чувак, у меня тоже хорошая скорость в дрифте. Не только у тебя. Ой, боже, какие мы дерзкие. Еще развороты на финишной черте крутим. Так, и теперь... Ну что ж, 1:08 разогрева прошли, и теперь приступаем к основной цели сегодняшнего стрима. Переходим на Porsche Targa. Эгоиста, да, будет еще эгоиста потом. Где она, моя любимая Porsche Targa? Это моя инвестиция в будущее. Рекорд, по-моему, был 89 человек. Или 87. Привет, Эльза. Вокальный мэн с таргой. Это челлендж от просто цара. Если я выигрываю на тарге, он мне донатит 500 рублей. Если я выигрываю на тарге в Осаке, вот как сейчас, он мне донатит 700 рублей. Местечковый челлендж. Не-не-не, я могу выиграть. Просто нужна удача. Надо попасться в комнату один на один. И чтобы второй чувак отключился сразу на старте. Вот тогда будет автоматическая победа. Я жду этого момента. Видите, на третьем месте еду сейчас. Третье место — это не так уж и плохо. На тарге. Достойно 100 рублей. Даже второе сейчас будет. А, не, это какие-то баги. Все-таки я на четвертом месте приехал. Скажи это Жеке про Осаку. Его вчерашнее видео — это вообще топчик. Привет, привет. Check LU chat, окей. After this race.
Да, я думал, у меня там второе место. Вы посмотрите, я двоих сбил сразу, и меня настигла моментальная карма. Но там был двойной нокдаун. Вы представляете, двойной нокдаун на тарге. Кто еще так может? Только я. Повторяем рекорд. 89 зрителей. Но этот двойной нокдаун, это просто пушка. Сейчас я даже в повторе посмотрю. Не знаю, я не могу сказать, что я ее ненавижу. Я ее ненавижу, когда она попадается на Джеска. Вот. Только тогда я ее реально ненавижу. Не, я, к сожалению, не могу читать все сообщения. Уж сорян, народ, чат активный очень, так что что-то я могу пропускать без обид. Давайте посмотрим на этот великолепный двойной нокдаун. Сейчас все будет. Сейчас будет этот мега-момент. Так, вот где-то здесь. Вот. Вот они вдвоем там разлетелись. Это был двойной нокдаун на тарге. И потом меня сразу занокали, наказали. Короче, моментальная карма, как я уже сказал. Читаю. Твои сообщения надо как-то... с доу-рекордером пошаманить, чтобы твои сообщения без очереди отправлялись мне куда? На весь экран, короче. Да, после тарги вернемся в С-класс. Я из Украины. Ну как, из Донецка. Спасибо, вопросов больше нет. Эта корыта даже не способна завернуть в первый поворот, блин. Фух, блин. Вот я тоже из Донецкой области. Земеля практически, можно сказать. Она не только, вот Осака, она не только слишком извилистая, там очень много именно бортиков, где машина теряет скорость. Тротуара вот этих всяких. Через приложение DU Recorder. Я боюсь, это произойдет в следующей жизни. Это доказательство. Потому что что-то это очень нереально как-то выглядит. Я был очень близко к победе на одном из прошлых стримов, где я занял второе место. Вот это мой рекорд пока что на тарге, второе место из пяти.
Я стараюсь, но тут попадаются вот элитные чуваки, как их обгонять? Единственное, что я могу обогнать, вот этот Dodge SRT8. Это моя цель на эту гонку, обогнать Dodge SRT8. Да, я приду на стрим Жеки по-любому. Сейчас, короче говоря, схема стрима такая, если он, конечно, не оборвется. Вот это последнее топливо на таргу катаю, потом она 15 минут откатывается. За эти 15 минут катаем эгоисту. И потом опять возвращаемся на таргу, и на тарге будем завершать стрим еще 5 гонками. Ну, лофты тебе на это бы ответили, хотеть не вредно, а ты задонать нам пару сотен баксов, и тогда мы подумаем. Может быть, когда-нибудь, через несколько лет, мы тебе дадим ключик на Джеска. Да, на тарге вот в бронзе, когда начнется следующий сезон, просто цар, пожалуйста, приходи на мои стримы, когда я буду в бронзовой лиге, и тогда будем с удовольствием катать на тарге. Я говорю, приходи на новый сезон. Бронзовая лига. Все решит. Все расставит на свои места. Все, моя прелесть. Отдыхай. Отдыхай 15 минут. Мы еще к тебе вернемся. Если, конечно, стрим не оборвется. А пока что возвращаемся в сеть, и меня просили проехать на эгоисте, и погнали на эгоисте, собственно, катать. Да на хурик и так достаточно чертежей раздавали. Да, эгоист, а потом будет после эгоиста трион. Yes, yes, yes. It's a challenge. Challenge by просто цар. Алга, Казахстан. Ну, челлендж-то когда начался? Недавно, месяц назад, даже меньше, наверное. На таргу, да, была охота. И даже не одна, по-моему, а даже целых две. Она в каком-то ивенте была, на сцену, что ли. Охоту стоит ездить, конечно, если у тебя тачка там на пару звезд или вообще не открыта, но я бы тебе советовал не особо заморачиваться. Катай так по мере свободного времени, потому что эту тачку ты все равно со временем соберешь и так, без всяких охот. Ну, пока что слухи ходят про корвет и Хуракан, но я не знаю, насколько этим слухам можно доверять. Мне, если честно, главное, чтобы мой любимый Ширончик не тронули. Если тронут Широн, я им китайца зараженного коронавирусом под офис подошлю. Как минимум. А, даже в ивенте на Аперту? Так давно, слушайте. Народ, лофты сейчас очень неохотно вообще любые чертежи раздают на более-менее годные тачки. Вы видите, что происходит? Нету анлиштов, охота только на всякое барахло. Я, короче, не знаю, что за дебильная стратегия началась у лофтов. Я уже молчу про какие-то тачки типа, там, Aston Martin DBS, например, да? Не дают даже на какой-нибудь Porsche или Pagani чертежей. Лофты хотят, чтобы мы все чертежи покупали, понимаете, за жетоны. Они не хотят нам
просто так давать чертежи на хорошие тачки. Не, ну на S-классе-то это слишком просто, конечно. А вот на Тарге это реально достойно 500 рублей. Победа на Тарге золотыми буквами впишется в историю моего аккаунта. Про обнову известно пока только то, что может быть будет добавлена новая тачка Bentley. Но это не точно. Я только сказал, но это не точно, и сразу в чате появляется комментарий, это точно. Проверь донаты, сейчас проверим. Интрига, интрига. Так, пришло два доната от Ольги, 200 рублей, спасибо от души, Ольга. Это пока что мой рекордный донат, Ольга. Большое спасибо. Салют от Простоцара, 50 рублей. Просто чтобы было, было больше мотивации. Ну пока что так, Простоцар, я стараюсь, я реально стараюсь. Но пока что ничего не получается, к сожалению. Так, Браун, you said I need to look at the LU chat. I'm going to check. Что там в чате клана происходит? Кого-то в клан приняли. Я смотрю. Ну, пока что сообщения прогружаются. О боже, сколько тут фуда. Очень много написали в чате клана. Да, ты мой топ-донатер, Ольга. Если это ты, конечно, я так понимаю, что это ты закинул. There is so many messages. I will check it after the stream, okay? Because I'm not going to spend a lot of time to read all the messages from the LU chat. Так, это же другая трасса. Так, давайте теперь переходим на Трион, а вот после Триона проверим, что там с нашей дорогой Таргой происходит. Откатилась она или нет? Нерфят Син, Корвет и Форд. Форд, куда его уже нерфить? Вы чё? Форд и так убитый в хлам. И Син тоже, да. Нет, я в игру не донатил. О каких донатах может идти речь, если там 3000 жетонов 100 баксов стоит? Не, в No Limits я не играл. Ну как бы Джеска, когда она появилась в игре, она тоже была слишком новая. Ее же представили на Женевском автосалоне, и потом сразу она практически появилась в игре. Так что если появится Гимера, я не удивлюсь. Но что-то я сомневаюсь, что так и будет. Так, а кто там вперед-то вырвался? Ширончик, да?
пропустите. Я только спросить. О, вы видали, какая бочка? Не, ну блин. Ну как так-то? Я ж только Широн обогнал. Я, кстати, да что такое в этой гонке с физикой происходит, а? Тем не менее, я вообще второе место занял. А где этот Широн-то? Широн на третьем месте, а что с ним там случилось, капец. Я хотел сказать, что я не против, чтобы Форд апнули, потому что мне эта тачка на вид нравится. Она прикольная, но, к сожалению, она абсолютно бесполезная в игре. Да, в Асфальт 8 я играл с 2014 года. Привет, Lex Flair. С 2014 по 2019 год я играл 8 Асфальт, но сейчас эта игра максимально убитая, и я считаю, что делать там нечего. Таргу понерфят. Нет, ни в коем случае. Таргу надо апнуть, народ. Вот надо апнуть Таргу, и тогда у меня реально будут шансы выиграть челлендж от просто Цара. Вот я хочу, чтобы Таргу апнули. Все, это теперь моя мечта. Надо будет Game of там написать на почту об этом. Пока, Андрей, удачи. Не, ну я считаю, совсем без бага физики было бы как-то скучновато. Баги должны быть. Иначе как бы мы делали подборки Funny Moments? Ну сейчас да, сейчас А8 это конечно ни о чем. Но в те времена, когда я играл, вот 16-17 год. Тогда, кстати, кто помнит, в 16 году именно вот эта тачка рулила в сетке. В топ-ранге. Именно Трион был топчиком. Потом появился Вулкан, а потом игра начала скатываться после Вулкана. Ну, правда, еще McLaren X2 там был некоторое время. Ну, а после этого уже начался какой-то трэш в восьмерке. Не в Корвет Форсин Ап, я согласен. Абсолютно согласен. Я был бы не против. Я играю на Redmi Note 8 Pro. Да, я хочу, чтобы Ford реально апнули. Я хочу на этой тачке катать. Она мне нравится. Она сзади выглядит как свинья из этой игры. Блин, как она там называлась, я уже забыл. Блин, вот это там, где злые птички, да, Angry Birds, вот. Ford 2017 GT. 69 watches. Legendary. UJ, I use only S-class cars, bro. Я на этом стриме использую S-класс и специальный приглашенный гость, это Porsche Targa. Куда ж без нее? Да-да-да, после этой катки пойдем проверять, что там. Что там с Таргой? Бро, next car Porsche Targa. I need to complete challenge. Это моя цель в жизни. Я должен выиграть этот челлендж.
Кстати, я уже проиграл, даже не выиграв этот челлендж, потому что курс рубля же рухнул. Было 65 рублей за доллар, а сейчас уже 75. Так, ну давайте пойдем проверять. Ой, мое золото. Все в порядке с тобой, поехали. Привет, ПВА. Клей, что ли? Карибы против эгоисты, против Римака. Конечно, есть шансы. Есть шансы выиграть у ЗРУ на максимум. И у Форта GT. Galaxy A50, и как игра идет, нормально. Devil 16. Я очень хочу Devil 16 в игру. Только не тот Devil 16, который был в 8 асфальте, а новую версию. Devil 16 2018 года. Вот это реально топовая тачка. Yes. I need to have one versus one. And another guy must disconnect at the start. This is the only way I can win this challenge. Эх, 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 эх. Вы, ребятки, любите Samsung, да? Без лагов. Это самое главное. О, Соник, это, конечно, проверенный информатор, прям. О, тут Лансер есть, все. Все, 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 сейчас все будет. После ввода собаки. Но я в ранге собаки не играл. Я играл только в топ-ранге, поэтому собака как-то мимо меня прошла. Я ее сразу в Макс Про открывал. Помню. Да-да-да, для Тарги надо отдельный класс. Еще круче, чем S-класс. Чтобы была просто Тарга. Просто Тарга. Не, ну ребятки, ну... ну реально это какая-то дичь. Ну так ночью... А, ночью с китайцами. Ну так ночью просто цар не будет смотреть мои стримы. Вот в чем проблема. Я могу хоть 24 на 7 катать эту таргу. И рано или поздно я, конечно, выиграю на этой тачке. Но это ж... Челлендж же не в этом. Челлендж в том, чтобы на стриме выиграть гонку. Чтобы все это видели. Что, три попытки осталось у меня сегодня. Как такому скиллу научился, не знаю. Скилл — это дело такое индивидуальное. Я тоже. Redmi 8 Pro. G-класс. Во, G-класс надо по-любому для Тарги. Отдельный класс G. Туда Таргу, туда ТВР запихнуть. Однозвездочный Трион туда же, блин. Так, это челлендж на 700 рублей. Привет, Sonic Ads. Я тоже умею в невидимые стенки врезаться.
Уже бедный Хуракан думает, боже, что ты, на чем ты едешь, чувак? Ты что, извращенец, что ли? Капец, Хуракан даже не может оторваться от Тарги. Вы посмотрите, Тарга настолько прет, что даже Хуракан не отрывает. Это уже ни на что не влияло. Фух, это сложно, народ, это реально сложно. Спасибо, спасибо за отзыв. Надеюсь и в дальнейшем тебя тоже видеть на своих стримах. Я буду анонсировать всегда свои стримы на вкладке сообщества за несколько часов до начала, чтобы вы знали, когда они будут проходить. Поэтому следите за вкладкой сообщества, не забывайте, ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления о начале стримов, о моих записях в сообществе. Нет, пожалуйста, Пагани не надо трогать. Корвет Хуракан, ну Хуракан, конечно, тоже неплохая тачка, на Корвет мне пофигу, а вот Пагани не надо трогать. Эпик вин, эпичная, конечно, победа, особенно на финише. Все было максимально эпично. Я согласен. И два Авентадора тоже в игре. Про это тоже не надо забывать. Так, моя попытка номер 5. Точнее, уже 10-я попытка на этом стриме. Да-да-да, у Просоцара просто есть доступ к более конфиденциальной информации. Поэтому да. Он знал задолго до начала, за несколько дней. Камара СС-а. Есть же Камара какой-то. А ЗЛ-1 есть, да? И еще какой-то есть. Кстати, народ, я планирую сделать видос, где я покажу все свои тюнингованные машины, начиная от Лансера, заканчивая Широном. Покажу, какой я там стиль придумал для каждой из машин, они все разные. Поэтому я думаю, скоро будет этот видос на канале. Не, ну сегодня мне просто не повезло. Не повезло с комнатами, видите. Попадаются полные комнаты. А мне нужна комната один на один. С каким-нибудь лансером. Ну что, народ, сегодня не получилось, к сожалению, у меня выиграть этот челлендж от Простоцара. Но жизнь-то на этом не заканчивается, стримы еще будут, поэтому будем еще пытаться, и я надеюсь, когда-нибудь это все-таки у меня получится. Ну что, народ, всем огромное спасибо, что вы пришли сегодня на мой стрим. Сегодня был отличный онлайн, рекорд новый установили, 89 зрителей было сегодня. От души всем спасибо, спасибо всем, кто закидывал донаты. Алекс ЛП, Ольга Простоцар, большое вам спасибо. Ну а встретимся уже в следующих стримах или видосиках. Тащите народ на трассах асфальта. Всем пока, до встречи.